Три воспитанника художественного лицея «Клуб ЮНЕСКО» заняли призовые места на международном конкурсе «Пленэри», который прошел в городе Тобольске. Творческое состязание юных художников под названием «Ангел Сибири» проводилось впервые и было приурочено к Году культуры в России. С призерами познакомились и наши корреспонденты. Всего в конкурсе приняли участие 150 детей. Нашу республику представляли 9 юных художников из Петропавловска. Диана Колесникова, Анастасия Медведева и Артур Джамалединов заняли вторые и третьи места. В Тобольске ребята пробыли 4 дня. Очень нам понравилась эта поездка, потому что незабываемые впечатления от города, от Кремля, от исторических мест. Было много улыбок, много радости общения с ровесниками из других регионов Российской Федерации. Для Дианы Колесниковой это был первый конкурс, и дебют оказался успешным. Она представила на суд жюри картину под названием «Гостиный двор» и заняла второе место. Меня вдохновил Кремль Тобольский. Я изобразила гостиный двор. Было много таких работ, которые мне очень понравились. Анастасия Медведева за 7 лет занятий акварелью уже получала награды на городских и областных конкурсах. В Тобольске она заняла 3-е место за рисунок, на котором изобразила одну из достопримечательностей Сибири – Тобольский Кремль. Были темы, например, сказки Ершова, удивительный Тобольск, достопримечательности Тобольска. Я даже не думала, что займут какое-то место. Я просто рисовала, как видела. Всем участникам конкурса вручили сертификаты. Призеры получили дипломы и памятные подарки. Азиза Табеева, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.